приставов еще. Средний ГС рейд до 5к ГС, так что внимательно играйте, соблюдайте тактики. Это Animal Jazz, это твой персонаж Теренос, да? Ну да, мой. Ты... Только гильду не кидай, я тут КБ хочу сделать. Трамбзес, заходишь? Краску по блоку. МД, ты тут? МД. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герой! Ну, супер друг, дай. Героям Альянса Тирион. Давайте выходим на дистанцию, будут лужи в комнатке. Подбегаем от лужи. В огромном круге ты напрасно тратишь наше время, паладин. Дайте повару пристабаф. Пристабаф обновите, давайте рост. Скажу, когда самосвод ссадишь с ними, хорошо? Забирать сангвини, кидай бол, молодец, можешь с ним. Капельку колибри кинь на сумасвода. Так, Теренос, давай деньги на маму. Давайте тебе такой на маму. Тут с лесенкой я больше тебя дал. Для меня? Так, играйте вправо, червя. Звездочка. Рейндж наберите все РД особенно. Секунду мне еще. Протопалу можно. Что ты говоришь? Можно по протопалу пробежаться, если будет. Не, у меня уже все, покончился добав. А чего пошли бить вторую, если первая еще жива? Уже будет. Да, забыли про нее. Дэк, я на нашу ножик к этому времени мертва. Да, я заберу. Идем пока. Грибрилья такая прикольная, хохол пауэр. Это лучше, походу, чем гильдия Украина. Так, у меня паралич. Что-то самосвод. Ладно, не забирай, там добьют, наверное. Нет, как это называется? Хохол? Хохол пауэр. Смешно. Герои!
Ты с паралича меня откидал. У нас вот ты потанчишь в косы этого второго. Нет. Я в АДК спекнусь. Интересно, мы до версии доведем? Не. Перестань чермей. Так, 2 минуты немного. Перестань чермей. Берса червей. А когда будет берса длинного рева? Это понятно, берса. Сумасшед, у тебя ДД есть? Спек... Давай, ну давай, ты спекнешься по танчу. Сейзи, у тебя есть тайфун? Скилл такой. Или пьяненький. Решаем, да? Запускайте босса. Пройти трофей. Добрый день. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Кинжал. РТДшный. Тайгер, надо? Друиды, дайте лапку. Гриджи. Милик. Сбивайте косты боссу. Ты покорен мне, демон. Прорицатель, я тебе кинул пояс, он получше будет, чем у тебя. Чё ты не робишь? Хотя там скорости тут крит. Сотки-то. Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в своё тёмное царство! Перед вами Ксараксус, Эредарский повелитель Пылающего Легиона! Давайте во врата играйте. Либо выноси. Вот,
сейчас вулкан появится, можно будет в него сыграть. Там сыграть в трэш, который появится из вулкана. Кидить рейд, дать сапку. Вот вулкан, справа босс. Играйте все вулкан. Вот хил 2 гейм над хил. Сапку можно дать. Хилить сангвини. Пускайте боссы. Уберите тотемы только. Трофей. И теперь вас ждет новый противник. Чем могу быть полезен? Тотемы уберите. МД тотемы убери. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Это плохо. Он не убрал тотемы. Нам, наверное, придет конец сейчас. Позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих... Так, сумасвод Вара, танчишь Калибри, АДК. Будем играть в Лока. Да, убрал таки. Против. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Жилетка. Так, какой из танка спеки еще, кроме меня, там еще пару человек. Так, играем в звездочку. Потом кружок. Вот это все с диспелем, с босса, которого всегда бьем. Потом будем играть квадратик. Так, Калибри, будешь держать ДК, сумасвод Рогу. Я Вара. Рамзес, пекайся в танка, будешь держать Ханта. Пушите рыбу. Вон, давай сыграем одну игру прикольную. Сумасвод, встань в звездочку. Вот, сейчас скажу тебе. Вот сюда, в звезду встань. Я притяну Лока, а ты притянешь его к себе, ладно? Чек. Ну а потом будем разбирать боссов, которых танчу. Блин, сейчас, секунду, подождите. Все, все готовы, погнали. Все, играйте. Thank you.
Идите, отвар, отбегайте, он чаржнулся, брейд. Исприте Геру. Еще и хер по мне дал. Не могу танчить его. Давайте холипало играем, если добили звезду. Не кидай вихрь больше Навара. Держи его, не ассиста там. Покидаешь метки на кого хочешь. Ну, пейчик. Печеньку потом в квадрат сольем. Вам надо здесь палить. Убейте, подрать. Как возможно кидаться двойной эфир на человека отвара? Он в эфира мне кинул одновременно. Может, человек неудачник. Сейчас было два дебафа и оба назывались этот устрашающий крик. Ну, там описания у них одинаковые. Да, модели одинаковые. И модели могут быть одинаковые. Типа как вот Джагу был один кидает протопал. У него она выглядит одинаково, а подписи разные, то есть разные эффекты. Один может быть фером, а второй там снижение атаки или что-нибудь такое. Капец, нахренах меня сударик кота сливает. ДПС накручу. Рады, шо. Кота нету брони. Да не фиг его так добиваете. Наоборот, сюда ближе можно притянуть к Рамзесу. Вообще там. Азул. Болев там подводить эмериков уже к нам. Так. Три штуки есть. Подводите там вара, их там еще ДК вроде. Шофирики.
горькая победа. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Есть утешение. Один из этого утешение отдается с прошлого босса. Битва с королем. А ты, да? Да, давай, Свин. Че там упало типа с прошлого босса? Некрасиво. Упал, блядь. С прошлого босса, с Чараксиуса. Почему не с этого? Топор. Эти лапы приставов. Ботинок. Давайте запустим. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются... Берем все темную сферку. Популеры. На пулеров нету. На пульщики могут брать светлую сферку, бить темную вальку, напуливать на танка, который танчит темную вальку. Но это сложно. Становитесь возле светлого портала по команде берите цвет. Наберите только темные шарики, которые здесь будут, потому что светлые наносят урон. Погнали. Эти светлых шаров не наносит урон. Способность. Давайте светлый с портал берите и бейте другую вальку. Отрицатель, на тебе темная сфера, ты взяла светлый портал, убираешь. Ну, кстати, забагался ДВМ, я поздно сказал вам. Да, нормально. Это, теперь ловите светлые сферки, они добавляют вам стаки, накопление энергии. Да, 100 стаков, получаете баф 100% урона. 2 секунды способности. Давайте, взяли темные порталы все, и надо убивать вот эту варку с щитом. Надо бы сбить вас потом. Он отхилится. Было. На последней секунде, да? Угу. Я избил. Забери слока. Ладно, заберу. Давайте взяли светлый портал. Светлый портал все взяли, но надо темную скорлупу снять босса. Забирай сумасвод босса. Возьмите темный портал возьмите, вы так не медленно бьете по ней. А БМ не дадут тебе? Не надо.
Там сбили. Хорошо, что сбили этот портал. О, шея какая классная. Так. Ну нет, это не туда. Тапок. Тапок выпал. Пояс. А где вторая валька лежит? Вы проявили себя вместе. Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Связи. Нерубианцы воздвигли империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Так, здесь надо хил хороший, Эрдрум. Пердру, наверное, справится. Давай, самосвод, ты потанчишь босса, я двух мобов. Тушим рыбу. Даем кубов. Ваня, тут. Ваня. Жаль, не работает вкладка смерти на дружественного игрока. Изменить навык хватки смерти на дружеского игрока. Притягивает варенька, допустим, да, притянул. Он не бежал. Чек. Есть тут. Ламурат еще была. Тагет, поставь тотем на силу природы. Знаешь, такой тотем. Есть. Все, сумасвод начинай. Интересно. Пламба, подымай сангвини. Так, надо бафнуть. Кулак по нему. Листобаф, лапу, интеллект. Братьев ТПш. Власть может не включена. Чё это было? Не знаю, сейчас посмотрел власть. Как ты опять притяжку заюзал? Чё он прыгнул на тебя? Так, у нас остается 3 бэра. Ну 5, Сези, подымай хмели сунели. Сейчас появится трэш, его не бить, бьем только босса. Все босса играйте. Дальше можно убить на переходке. Теперь бафы по ханту надо. Кулак, листобаф, лапу. Сколько процентов лосы? 62. Ого. 62? Ага. Кажется, это слишком много. Было 50 раньше, да? Угу.
Почему это 52, 54? Да приходится, наверное, второе закапывание будет. На Берсе далеко можно второе закапывание подождать, чтобы идеально перевести потом. Куда можно просто два трэша слиться, да и все. Да? Ну, два трэша должно слиться, да и все, там должно времени хватить. Не забивай. Не, он, я просто не говорю, что первый трэш пойдет, потом второй. Мы даже не переведем, он закопается. Давайте, играйте все в трэш. На 30% он закапывается, да? О, он закапывается фаза. По таймеру. Да, на 30%. Да, я имел в виду про фазы. Сколько сейчас процентов уже? 47. Нормально, один трэш с Алёма переведется. А вот на ласт фазе нужно давать чешку. Ну, когда срать посядет, тогда и отдашь. Тогда 10% будет. 38. Может, подождем трэш? Давайте в трэш играем. Где в трэш? Все правильно, в этот трэш убить. Будет бубо. Закапывание через 10 секунд. Давайте играйте быстрее босса и в трэш. Закопается. 1%. 13, забегай в лужу. О, господи, нет. Давно я не видел два закапывания. Капец, давно я первый раз вообще вижу. Трарепа, Манелтер, Варенька. Давайте гимноманы. Чувствую, будет два трэша, по два трэша. Я даю почти как Мелисунель. Он дает 6к, а нет 5. Это ты про кого? Про Мелисунель. Да, он 6, да. Забейте трэш сначала. Давайте первый. Я буду к тебе подходить тогда. Отведи дальше босса. Не, первый трэш я собью косты. Отводи подальше босса. Не бейте трэш, не дотайте его. Господи, зачем вы дотаете его? Ладно, если... Это вообще нету. Бивай каст, них небес. Став хикти полегче. Слушай, ты лучше не забирай все весь трэш, это еще один вы. Ты там. Я думал, аэрдро опять бьет. Да не, это. А, он еще и закапывается просто. Да. У меня есть волшебный поток. У меня есть волшебный поток, еще ничего страшного. Есть, есть. Давай, когда он закапывается, это легче только. Бля. Давай чешку прожимай. Бля, там 3 миллиона еще. Все, меня убили. Фильм-то. Я тоже убили. Ёвы, 3 ляма. Не, пацаны. Да не. Такие хили, как дурные там, пипец. Ну да, наталки, ну там рейд вообще на 50% все время стоял, и там конец только начал проседать. А Минилтор вообще фуловый стоял, пиздец. Того, ну, у нас еще просто 5 шп было, отхил давал и еще. Можно шпшкам отменять баф еще. Здесь такая штука есть. Да, кстати, да. Давайте вы отмените баф шп, вот спикнется в ТД.
Это только на третьей фазе. Ну, она до этого все равно тут нечего хилить. До этого-то они подопрессят побольше с ними. Жесть. Есть у кого джинс? Надо. Если нет, то я пойду в этот доларом. Что такое? Ну, надо джинс. Не, не, нет, может у кого-то есть. Ладно, сейчас. Он портал. Я это не знаю. Вуди, если маг уже ставит портал, предлагает всем, да? Ну а чё? За сколько ты поднял, качал этого мага? Я его докачал до 72-го еще года 3 назад и забил. И вот тут были X3, я его докачал. Он какой у тебя? Первый, второй, третий? Кто, маг? Да. Первый. Ты уже, наверное, скоро пойдешь уже по третьему кругу качать их, да? Ну. У меня там ДК следующий на очереди. ДКшка будет. А у тебя что, нету ДК, да? Нету. Там шкаф есть, самолетик паралайзер. Что-то багнутая рыба вот эта, которая стоит здесь на платформе этой. Давайте сразу теперь. Давайте вы сейчас будете в босса вливаться, не в трэш. Все равно потом закопается, на переходке убьем. 300 бал еще лапку. Интеллект. Джерин готов? Угу. Дальше у нас вот. Это место станет вашей могилой. Бля, я даже не знаю, как Мелику кинуть истерию. Там за нас юзал уже фигню эту. Мутвейн. Как она называется? Жажду? Верно, вот так. Дайте на пул по сумасводу, там блок сорвал сейчас. Там трэш били, а то он сейчас зароется. Ну и что? Это ж первый трэш. Сейчас будет 8 штук. Ладно, все равно переходки ждем, ничего. Да, играйте в босса, короче. Если он раскопается, ничего страшного. Застанем просто и все. Давай огнет небес просто и все. И кольцо льда и бейте босса. Не надо, не надо, грузу, бей босса. Ё-моё. А этот пал падает по КД, чё-то. Не, что ты. Давайте, трэш играйте. Да мне почему-то шопнуло безвременно. Пьяненько, поднимаем Энелтера Супердрума с Атерорэпа. Бля, жесть, я такой первый раз вижу здесь. Играйте в трэш, давайте фулбов по рейду. Кого гимн на ману не на КД, поем, ставим тотемы.
Лав порейды, интеллект, лапа, крест, краску по крестам. Сколько процентов у босса, кстати? 50 где заметил. 50 уже? Ну ты как того, да. Может быть 55. Ну если 50, то в прошлый раз было 62. Минус 3. Ну да, такое себе. Мы зато с одним трэшем сейчас переведем. Наверное. Трэш тоже играйте. Трэш надо слить. Сколько процентов у босса? 37. Давайте быстрее. Баф, отменяйте. Так, пошла фаза. Дайте ману МД, друиды. Кресты, отмените у себя этот. Связка такая. Ничего ты не забрал моба. Минус один хант уже. Его не захилили, его не мог убить. Да, я понял. Танков только на фул хильте, остальное рейд не на фул. МД, мана нет. Спойте гимноману. Пожалуйста. КД. Нет, не хилят танков просто. Хилов нету. Сбивайте каст. Ладно, Вуди, заходи на нормального ДД. Айсфриз тоже. Сейчас я затащу, сейчас. А, не, чёрт. Ну да, там, бля, 800. Либо надо хил. Давай посмотрим. Сколько тут есть? Без маны никак хилить. Блин, почему ты ману? Как ты ману потратил, если не надо здесь вообще хилить до третьей фазы? Вон там 50-ка урона наносится по всему рейду до третьей фазы. Зачем ты наверхилишь? Не знаю, я шаманом первый раз. Я не могу посмотреть, короче, этот хил у меня забагался, это да. Блин, хвилипал 5.2, но хилил больше. Нормально. А нет, это не то. Почти перегнул. Никуда. Ладно. Опять вайп на сайте. Не кикай только, мага. Я зайду на сундук. Да, ладно, не минутайте сундук, если он, конечно, выпадет. Только там надо попыток, чтобы он не выпал. Сейчас посмотрим. 53. Там очень много надо попыток. Там сейчас это не будет, но там токены. И пушки. 25 попыток. 25 попыток еще есть. Давайте да, сделаем с языка РС. Как только что было, да? Ну да. Это первый раз, по-моему, за 3 года. Нет, не первый. Второй раз, что мы два раза вайпаемся.
Да, он прям сильно бомжовый вид. Очень. Да. Ну это Джерриан Рамзес. Джерриан. Джерриан. Все, готово, начинай. Ламра, давай убьем из... Давайте на пол бумажку больше. Так, полученный урон. Сумасот 90к пока только. Калибри 37. Я 19. Так, ух ты. Блин, ну не хилься, пуха, господи, зачем ты сейчас хилишь? Рейд вообще не проседает. Вообще стой, просто ничего не делай. Я вот так обычно стою до третьей фазы. Здесь не надо ничего хилить. Урон получает ДК, который танчит босса. И 5 человек с дебафами. Вот сколько-то урона посчитаем. Играйте сейчас трэш. 12 поделить на 3. 4. 20 тысяч урона наносит дебаф. Давайте забежали в снежную лужу. А сколько сейчас процентов? 54 вроде, что такое было. Так, Оптимус окончается мана. Пей, спей или спой гимн на ману. Блин, где еще объект стоит? Надо было, чтобы решение стояло хотя бы. Которой нету, да? А, ну да, ты же не видел. Ну ладно, счеты тогда. Зачем тебе объект? Или пыль, ты можешь пыль купить. Это как утешение. Давайте играем в трэш. Или как утешение, что нет утешения. Можешь просто носить с собой банки на ману. Что зелье ночных кошмаров, отличная штука. Я сам такими хоть представим пользуюсь. Ну, я вот, мана кончается, у меня я специально умираю, встаю и прожимаю еще раз баночку на ману. Да, мана отрисовывается. Пацан Вини под хили. Хильте людей с дебафами и танков в первой пати. Блин, это смерть от дебафа. Давай цепухой кастуем, да. Ё-моё, господи. Вы там же ожидаете? Там на ретру должен охотать вот этих людей, восстановление на них кидать. Поднимает цезий прорицателя. Дай им на хп быстрее, а то сейчас Олег сдохнет. У меня еще 34к хп. 17к, 16, 13. Вивальди на хп тоже дай. Я вижу. Выбора нет. Фух! Господи. Не лутайте сундук, стойте. Не лутайте сундук, не надо. Зайду за мана. Пока не заходят, паролем рецепт.
Чего ты рад, что теперь заходишь? Сейчас я, короче, зайду быстро на ЕП. Трофей. Нахуй, подождите, арестуй. Ладно, всем спасибо, удачки. Так. Опа. Мощный руба.